Лесники Ямала прогнозируют среднюю степень пожарной опасности и напоминают об ответственности. Напомним, пожароопасный сезон в Ямало-Ненецком автономном округе открыт с 1 мая 2016 года. Специалисты профильных структур напоминают о том, что на период действия особого противопожарного режима запрещается сжигание сухой травы, мусора в границах поселений, городских округов и на межселенных территориях, проведение пожароопасных работ. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических от 50 до 200 тысяч рублей. С 1 по 21 июля введено ограничение пребывания в лесах на территории лесничеств округа. За нарушение ограничения пребывания в лесах, расположенных на территории региона, предусмотрена ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан от 1000 до 2, на должностных лиц от 2 до 5, на юридических от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба губернатора округа.